среду японский автомобильный концерн Nissan пригласил своих клиентов провести запоминающуюся ночь в одном из традиционных японских отелей. Изюминкой предложения стало то, что все столы, подушки и даже тапки будут оснащены фирменной системой самостоятельной парковки. Технология, использованная компанией, называется ProPilot Park. Когда предметы интерьера становятся не нужны, их хозяину достаточно нажать на кнопку, и они сами разбегутся по местам, словно персонажи из диснеевской «Красавицы и чудовища». Технология, которой оборудовали тапки, используется в автомобилях Nissan Leaf. Машину представили в конце 2017 года.